Ветер перемен поднялся над Казанским университетом. Все изменения были обсуждены на первом в этом учебном году заседании ректората. С какими переменами столкнулся КФУ, узнаешь в нашем следующем сюжете. За минувшее лето в Казанском федеральном университете произошли значительные изменения, требующие внимания и обсуждения. Приятно отметить, что изменения носят в основном позитивный характер. Например, то, что КФУ заметно улучшил позиции в глобальных рейтингах университетов мира. Также обсудили рост университета в новой редакции QS World University Rankings, опубликованной как раз на текущей неделе. И акцентировали внимание на еще одной авторитетной рейтинговой системе – Webometrics. Каждый год у нас идет небольшие, мы неплохо продвигаемся, не делаем, конечно, больших скачков, но тем не менее, вот за это время, то, что мы улучшили практически на 100 единиц наших позиций, это неплохо. К слову, что касается повышения узнаваемости КФУ, сотрудникам университета посоветовали активнее взаимодействовать с университетскими медиа. Благо, возможностей для этого существует множество. Университетской прессе предложили присвоить статус СМИ, чтобы вся информация, освещаемая изданиями КФУ, индексировалась рейтинговыми системами. Вести в работу, регистрировать наши журналы как средства электронной, средства массовой информации в электронной форме, и также по возможности их разместить полнотекстовые на нашем сайте. В завершении встречи сотрудникам КФУ было предложено пройти бесплатную вакцинацию от вируса гриппа, что особенно актуально с наступлением по-настоящему осенней погоды. Это можно сделать до 30 сентября. Аделя Мухаметшина, Роман Самарин, Универньюз.